хочу жить в нашей стране. Сегодня мои дети, они не нуждаются сегодня в качественном питании, в нормальной одежде, в нормальных школах. У меня двое детей сегодня живут в Кишиневе, учатся в кишиневских школах. Их не интересует, сколько стоит колбаса, мясо, молоко, коммунальные услуги, потому что есть я, их отец, который им на это деньги выделяет. У меня третий ребенок учится на дизайнера Виталия, моя старшая дочь. Я хочу, чтобы жили дети других людей так, как мои. Ваши дети тоже ни в чем не нуждаются, Анатолий. Вы из бизнеса, вы не зависите сегодня от социальных пособий, от зарплаты для того, чтобы у вас дети учились в вузах за границей. Вы ездите сегодня на иномарке так же, как и я. Не потому, что Голя чиновник, который что-то утащил, а у Голи есть бизнес. Слава Богу, спасибо. Анатолий, не, я правду говорю. А когда сегодня они и вот эти все бездельники, понимаете, вы... Да, я, господин Усатый, не горячитесь. Да я не горячусь. Я к тому, люди, что вы привыкли к определенному образу жизни. Анатолий, вы раз мой месяц, образ жизни, вы послушайте. Раз в месяц должны ловить рыбу в дельте Дуная, и это нормально. Вы хотите, чтобы я как депутат и вас собирался в кружке курить по косяку и потом друг другу рассказывать, сколько они хороших рыб... Анатолий, я Послушайте, я политик... К примеру, но придет, Анатолий, придет другой президент. Анатолий, нельзя вы сказали про рыбалку, я отвечу человеку. Про рыбалку. Да, я хожу сегодня на рыбалку, но я зарыбляю озера в нашей стране. Я зарыбляю все озера, которые не успели сдать в аренду в нашей стране. Неважно это. С прошедшим вас вчера днем рыбака. И вас в том числе. Если вы считаете, что рыбалка это хобби, которое... Да, Майя Санду имеет тоже хобби, хайкинг. Он был блудник педиалур. Воронин собирает ретро-автомобиль. Да, у меня есть хобби. Охота на гуся и рыбалка, понимаете? Я-то не... Другие политики, они прячутся. И когда ездят на курорты и так далее. Мне нечего прятать. И еще раз вам говорю. Я и хочу, чтобы люди, особенно пенсионеры, которые нас смотрят. Мы сегодня, у нас большая часть пенсионеров живет за чертой бедности. Мои родители не просили компенсацию на газ, Анатолий. Я им оплачивал полную стоимость 29 лет, безумную и так далее. Я хочу, чтобы люди, простые люди в нашей стране, жили так, как я помогаю своим родителям.